И всем привет, с вами Black Taxov, и сегодня я вам покажу итоги конкурса, у кого, точнее не итоги конкурса, а что же у нас получилось, что у меня получилось, что у моего друга. Также я скину, в описании я оставлю ссылку, как делал своего человечка мой друг Кирилл, и как я делал своего человечка, тоже ссылку на видео. В описании. Итак, давайте приступим к просмотру. Вот какой у меня получился человечек. Вы, наверное, его уже видели в прошлых видео, если вы, конечно же, их смотрели. Вот такой он у меня получился. Довольно-таки такой прямой, прям вообще офигенный. А, давайте мы вот так сделаем. И давайте же посмотрим, что же получилось у моего друга. А у моего друга получилось вот это. Ну, знаете, оно типа такого аниме-плана. Он там пытался сделать что-то типа капюшона, но этот капюшон, он как бы не накрывает голову, а это просто какая-то штука, что ли, задний фон, я не знаю. Короче, она не накрывает его голову, а просто вот так вот есть. Также у него есть карманчики, тут карманчики, тут карманчики. Такие вот ботинки с какими-то штуками непонятными. Тут не реклама, вы, наверное, ее не видите. Вот, у него тут такие вот, прям такая вот штука есть. Да, ему, видимо, обрезали пальцы, раз их у него тут нет. Шеи у него также нет, но у моего человечка тоже ее нету. И волосы такие очень, кстати, детализированные, мне нравятся. Ну, так, посмотрим, как вы будете. Вот я не понимаю, как он вот это вот сделал. Он такой формы он прям нарисовал. А как он это сделал, мне интересно. Итак. Ну, в принципе-то, так нормально вроде бы. И, ну, вот что сделал я. Ну, по либо тут все ясно, что он точно выиграл, потому что, ну, как бы, видите, я тут, не знаю, ну, типа, я глаза сделал такие вот. Рот сделал, ну, вот такой вот, волосы, вот эту вот фигню, раз, рука, два, рука, две ноги. Ну, что-то мне кажется, либо что он выиграет. Это точно. Это 100%. Ну, вот такое у нас получается коротенькое видео. Также пишите в комментариях, что вам больше нравится вот его. Мне вот даже нравится вот эта его штука. Даже больше, хотя тут, да, тут есть много недочетов, типа, почему нет пальцев, типа, почему капюшон не накрывает голову, и почему тут, раз он так сделал, вообще нет шеи. Но тут есть другие плюсы. Во-первых, это карманы. Ну, кстати, да, минус еще, что тут какие-то ботинки интересные. Вот тут карманы, тут карманы, тут даже вот какая-то штука есть, что он вот так вот, волосы такие реалистичные. Ну, как думаете лично вы, пишите в комментариях и, ну, говорите, что, как вы думаете, у кого лучше получилось. С вами был Black Taxov, ссылку на канал моего друга я оставлю в описании, также я оставлю, как он делал своего человечка и как делал его я, ссылку на видео. И всем удачи и всем пока.